Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Хочу рассказать про конструктивную особенность головок блока Cummins. Это могут быть различные версии: ASBE моторы, CT-шные моторы, BT-шные моторы и так далее. Практически везде производитель для глушения технологических отверстий использует вот такие вот заглушки. Они закрывают водяную полость, предотвращают утечку охлаждающей жидкости, попадание ее в масло, ну и, соответственно, наружу. В чем же тут, собственно говоря, проблема? Проблема в том, что невозможно за каждым водителем следить, какую там жидкость использует охлаждающую, или на воде ездит. Ну, плюс тут еще фактор старости, конечно, играет роль. Но в основном, я думаю, использование несоответствующих охлаждающих жидкостей. Вот такая вот проблема появляется со временем. То есть довольно конкретная коррозия. Уже с обратной стороны, со стороны охлаждающей жидкости. Ну и, собственно говоря, попадаются вот такие вот проблемы. Сквозная коррозия. Давление жидкости там, ну, не то что не огромное, конечно, но довольно приличное. Ну и за несколько минут двигатель может нахлебаться. Точнее, масляная система может нахлебаться охлаждающей жидкости, воды, тосола, антифриза. Вместо масла будет эмульсия. Уловить это довольно сложно. То есть в данном моторе опрессовка показала, что все хорошо. Спустя небольшое количество тысяч километров открылось вот это вот отверстие. Может, окалина отвалилась. Ну, возможно, что было пограничное состояние. Вот это вот открылась брешь, и вода пошла вся в масляную систему. Образовалась эмульсия. Ну, благо, водитель услышал, что как-то двигатель неправильно начал работать, турбина по-другому заработала. Двигатель остановили и обнаружили вот такую вот проблему. Вывод один. При ремонте экономить нельзя. Это копеечная деталь. Ремонтируйте головку блока, содержащую вот такие вот заглушки. Даете гарантию на двигатель. Заменяйте заглушки все. Все до единой. На этом экономить не стоит. Ну, а теперь вот можно посмотреть, какое количество заглушек находится на одной головке. На шестерке СБЕ, вот они, заглушечки находятся, да? На одном только шестицилиндровом двигателе находится сверху в масляной системе 11 штук. То есть любая заглушка может какое-то время дать течь, ну и получите сюрприз. Неприятный сюрприз — это переделка за свой счет. Это хорошо, если будет обнаружена эмульсия вовремя. Не пойдет по вкладышам, по втулкам, не заклинит мотор. Достаточно будет просто заменить заглушки и промыть масляную систему. Вот такая вот особенность в этих двигателях. Всем, кто на канале, спасибо. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Все, всем пока.